Сегодня мы проводим укоренение ивы черенками. Технологию этого важного агротехнического приема покажет садовод-любитель Алексей Кабанов. Здравствуйте. Здравствуйте. Из города в поселок Рассвет тольяттинец решил переселиться 8 лет назад. При переезде нарезал пучок черенков ивы в городском парке. Побег прошлогодний, берем ее, срезаем. И вот из него сейчас будем делать черенки. Я обычно делаю это, вот нижнюю часть на косую срезаю. Берешь веточку, черенок, ставишь в стакан или баночку с водой. Очень просто. Все 100% приживаются черенки. Черенки ивы очень хорошо приживаются. Самое главное, чтобы была влага, была вода, достаточное количество воды и влаги. Ни в коем случае, чтобы не пересыхало. Можно сразу в грунт. Я даже делал в грунт, сразу высаживал черенки. Высаживал в горшочек, ставил стаканчик с водой. И, в общем, приживание 100%. В каждую лунку новосел погрузил по 3 черенка белой плакучей ивы. На всякий случай. Ну, из 3 все-таки одна должна прижиться. А потом мы все 3 прижились, и я их между собой так переплел, и они вот так вот вжились друг в друга, и, пожалуйста, получилось одно дерево большое, крупное. Алексей Иванович вспоминает, как в засушливое лето поливал молодые саженцы несколько раз в неделю. За 8 лет из маленького черенка выросли стройные деревья около 5 метров в высоту. 3 сестры плакучие ивы украшают сельскую околицу в любое время года. Несмотря на скромный нрав, все разновидности ивы нуждаются в ежегодной стрижке. Ну, практически каждый год что-то тут наводишь какой-то шморосель, чтобы оно не заняло, чтобы оно лишние побеги не давало. Чтобы не было тени лишней, ну, чтобы росло как вверх, так скажем. Каждый год практически. Потому что она очень много почек, у них очень много спящих почек на стволе. И каждый год она их выпускает, и очень тени много было. Формируешь ее, чтобы как-то было красиво, чтобы было. Ивам можно придать любую форму, даже самую замысловатую. За это деревья благодарно свесят косы до земли, а кустарники, напротив, выстрелят в небо фейерверком новых побегов. Для белой ивы Алексей Кабанов выбрал форму вытянутой кроны и теперь каждый год освобождает ствол от поросли и сухих веток. Ветки покрупнее для дрова. Ветки поменьше, потом в костер пойду. Пробовал садовод вырастить другой вид – извилистую иву. Но неудобное место для нее выбрал. Через 5 лет пришлось пилить под корень. Я не думал, что она так будет, вот, скажем так, пышно расти, так мощно расти. Она вот в течение 5 лет, вот, в настоящем деле, даже вот чуть меньше этого дерева. Она очень, она, кажется, вот у нее крона очень ее такая мощная. И она мне стала уже... Затенять. Может быть, надо было ее посильнее обрезать? Я уже обрезал ее, обрезал, а она все растет, растет. Я по три раза за лето обрезал, формировал. И все равно очень большие побеги. Влаги достаточно, она растет, растет. Сейчас в рассадных горшках в теплице кудрявится новая партия саженцев извилистой ивы. Их хозяин посадил в землю 1,5 месяца назад. Укоренял дома на подоконнике. Вот уже большой. Вот еще, ну что, еще до 1 мая, там, до 5 мая, еще, я думаю, тут корневая система образуется. И прямо так раз горшочки берем. Да. И все. Посадили в маленький торфяной горшок? Сначала маленький, потом, да, маленький такой, ну, стаканчики эти маленькие были, а потом уже этот большой пересадил. А грунт какой здесь? Грунт хороший. Здесь лесной грунт, и торф есть, и даже перегной есть. Как часто их нужно поливать? Ну, если не каждый день, чуть через день обязательно. То есть постоянная да, влага? Да, постоянно. Это ива, которая очень благолюбивое растение. К влаге требовательны все саженцы ивы первые 2 года. Потом некоторые сорта совсем не нуждаются в поливе, как, например, козья ива или ветла, которая живет в лесу или на пустырях. Другие сорта, как, например, пятитычиночная ива, привыкла расти на болотах или прямо в воде. В большинстве своем ивы – это идеальное украшение живых и искусственных водоемов, низинных участков, мест с близким залеганием грунтовых вод. Прошлой осенью нам дорожники построили такой красивый тротуар,
Вот у меня пришла идея, чтобы высадить эти черенки вот вдоль этого тротуара, чтобы потом, в будущем, когда они будут большие, будет красивая аллея. А в какое время вы приступите к посадке? Это буквально вот черенки, которые прижились, я буду высаживать где-то, ну, наверное, не раньше, там, скажем, 5-7 мая. А остальные можно чуть раньше. Остальные какие? Ну, остальные береза, сосна, там, рябина, мне хочется посадить здесь, что-то еще, липу, может быть, даже. То есть мне хочется, чтобы разнообразнее были здесь деревья. Для тех, кто планирует поселить красавицу иву на своем участке, стоит учесть, что современные гибриды типа француженки Мацудана Тортуоза, японки Хакура Нишики или вавилонской ивы плохо переносят наши суровые зимы. Их придется ежегодно укрывать. Отлично зимуют все сорта свердловской селекции. О том, как можно постричь иву, охотно делятся садоводы на просторах интернета. Канал «Миша Кот» демонстрирует раннюю весеннюю обрезку ивы цельнолистной Хакура Нишики. Обрезка проходит радикально. От каждой ветки остается пенек в несколько сантиметров. За счет этого специалист добивается мощного прироста ветвей и красивой шаровидной формы. Ландшафтный дизайнер ивового питомника Оксана Харчевникова рассказывает об особенностях ивы шатра, свердловской извилистой, ивы шверина, о том, какой вид ивы выбрать для участка и где лучше расположить, советы от профессионала. Садовод из Санкт-Петербурга с гордостью показывает живую изгородь из ивы, которая растет уже 2 сезона. Автор эксперимента рассказывает, как ее вырастить и какой прут лучше всего для этого подходит. А вот автор канала «Дела огородные ТВ» с электроинструментом в руках наглядно показывает, как легким движением руки придать иве шаровидную форму.